В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 770 граждан. Всего по Баткенской области были открыты 45 пунктов временного размещения. В Алушской области эвакуированы в безопасные районы 5301 человек. Кроме того, подготовлено 1890 мест в общежитиях образовательных учреждений города Ош. По всей республике организованы 188 пунктов сбора гуманитарной помощи. В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 686 тонн гумпомощи. В настоящее время на складе находится 89 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь, собранная со всех регионов республики, отгружена на 45 грузовые машины и направлена в Баткенскую область. На единый специальный банковский счет для оказания помощи Баткенской и Ошской областям поступило около 100 миллионов сомов.